Департамент культуры Брянской области и Брянский областной методический центр «Народное творчество» благодарит всех участников онлайн-эстафеты «Цветок памяти». Более 100 роликов было прислано на наш адрес. Это мастера из районов и городов области, народные мастера, мастера декоративно-прикладного творчества, юные и начинающие мастера. От всей души Департамент культуры и Центр «Народное творчество» поздравляет с великим праздником Победы, желает всем здоровья и благополучия.